Всем надо брать. Ты гулять пошла? Тоже? У нас ребята все на улицу ходят, ушли уже. Вот сейчас еще Маша одевается, идет. Ну, кроме Егора. Егор лежит там, что делает. Ну, в телевизор смотрит. Я буду варить, кушать. Маша говорит, свари суп с макаронами, да, Маша? Ну, я решила со спагеттими сварить. Спагетти наломаем, и будет вкусно. Так что вот так вот. Поставила уже мясо. И достала рыбу, хочу разморозить в духовке. Я тут посмотрела, как можно вкусно горбушу сделать в духовке со сливками. И хочу попробовать, получится у меня так же вкусно или нет. Чтобы она... Горбуша, она, по идее, сухая рыба, да? Поэтому вот я хочу что-то попробовать такое. Посмотрим, что получится. Все равно съедобно будет, даже если не вкусно. Ладно, дорогие друзья, будем готовить супик. Хотела суп молочный сделать, но дети молоко все выпили. Поэтому без молочного супа обойдемся. Вот такие вот дела. Снег все идет и идет. Интересно, растает еще или нет. В том году долго не было снега. Нынче раньше снег выпал, чем в том году. Так что вот такие вот дела у нас. Ладно, нарезаю картошку. Потом мне надо начистить лук, морковку. Все натереть, все нарезать. И будем с вами варить суп. Вкусный-привкусный супик. Хочу сказать огромное спасибо всем своим подписчикам. У нас 7000 подписчиков. Пожелать вам крепкого здоровья. Дай Бог вам всего-всего самого хорошего. Спасибо, что вы подписались на нас, что вы верите в нас. Ну вот, пока вот так вот. Скоро будет розыгрыш. Как приготовлю все, засниму видео, покажу вам ролик. Видео, и будем делать розыгрыш. Как все понимаете, у меня видео выходит с опозданием на день, на два. Поэтому вот так вот. Ну, скоро уже выйдет видеоролик. Ладно, картошку я нарезала. Сейчас буду чистить лук. И морковку буду кромсать. Все буду кромсать и делать. Достала, видите, рыбку размораживаю. На вечер сделаем горбушу. Ладно, все, будем кушать. Вот я решила сделать маленький снежок. Получился он очень большой. Ваня, встань туда. Встань вон туда. Вот, вот с размером Вани. На счет раз, два, три. А вот там эта Катя красит снеговиков. И собачку, или кошечку. Все, дорогие друзья, суп сварила со спагеттими. А рыба еще размораживается. Сейчас разморозится, и потом будем запекать ее в духовке. Ну, постараюсь рецепт заснять. Девчонки, села кушать супик. Я себе в такой плоской тарелочке налила, чтобы меньше есть. А то мне все пишут, что я много ем. Полторы поварежечки и кусочек мяска положила. Ну, тут косточка. Сегодня сварила со спагеттими. Спагетти вообще обожаю. Поэтому будем кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Перчик забыла добавить. Черный перчик не забываем, посыпаем. И будет бомба просто. Да что не сыпешься? Вот такие дела. Все, теперь супик поедаем. Пишите, какая у вас погода. Вкусный суп, просто бомба. Я сегодня, кстати, еще ничего не ела, а время уже вечер. Утром что-то кофе попила. И все, и так весь день. А потом не понимаем, откуда у нас живот растет, да?
поедаем все подряд. И в основном ночью. А днем ела вот такую вот морковку. У меня стоит тут нарезанная. Кто хочет, берет и грызет. А сама сижу, говорю, ничего не ела. А сама морковку грызла. Нормальный я человек вообще, да? Вот такие вот дела. Кусочек хлеба обязательно съедается. Вообще без супа жить не могу. Суп люблю. Я не люблю только гороховый. Он вообще невкусный. И уху не люблю. Люблю уху только из консервы. А из, как сказать, из свежей рыбы не люблю. Невкусная она туда. Ладно, дорогие друзья, буду дальше кушать. Всем, кто со мной кушал, всем приятного аппетита. Оставайтесь на моем ТикТоке, будем общаться. Всем пока-пока. Так, у нас время вечера. Я решила горбушу сделать в сливочном соусе. Сейчас отправляю в духовку, оно уже все постоялось. И отправляю в духовку запекаться. Пока ребятки гуляют, как раз рыба приготовится. Ребят, представляете? Ой, забыла заснять курицу. Опу, курицу. Рыбу, короче, мы уже приготовили в сливках. Вот тут еще пару кусочков осталось, но еще не все ели. Рыба получилась классная, мягкая, сочная. Катя, как тебе рыбка? Вкусная? Сочная. Катя сейчас вот рыбку ест, она получилась в сливках. Мне очень понравилась, потому что она сочная. Вкусная получается. И мы ее засаливала немножко, ну так, ненадолго, минут на 20. И все, и поставила в духовку. Получилось очень вкусно. Так что вот так, кушаем горбушку.